Три реки, Дунай, Ин и Ильц. Всем большой привет из Австрии. На связи Вена. Сегодня у нас 11 февраля 2023 год. И мы сегодня с Францем А это значит, что мы сегодня опять в дороге и опять в пути. И мы вас сегодня телепортируем, ну, естественно, вместе с нами телепортируемся в Германию. Такой приятный город Вассау. Так что оставайтесь вместе с нами, я думаю, будет очень интересно. Наш поезд прибывает. Мы сегодня едем на ИЦЕ. Этот поезд едет до Дортмунда, но мы выйдем в Пассау. Люди в шортах ходят. Мы приехали на этом поезде. Этот поезд едет дальше на Дортмунд. А мы с Францем вышли в Пассау. Пассау. Небольшой такой городок. Здесь около 60 тысяч населения. Кстати, каждый пятый здесь студент. И еще бы хотела сказать, чем известен этот городок. А тем, что он стоит на слиянии трех рек. Ин, Ильц и Дунай. Да, а мы сегодня с вами идем, посмотрим монастырь, который называется Марина. Марина. Мария Хильф. Мария Хильф. Мария в помощь. Ну и вот такой вот вокзальчик здесь маленький. Да. Мы с Францем иногда приезжаем сюда, потому что у нас с ним билеты бесплатные, так как Франц работает в ÖBB. Да, и мы часто сюда приезжали раньше, сейчас нет. Здесь большой Kaufzentrum, но мы дойдем туда попозже. Я вот увидела, есть магазин Drogerie Rossmann. Тоже туда зайдем. В ту сторону это старый город. А в Германии бензин на супер. 1 евро. Ну, 75 центов примерно. Дизель гляй. А, дизель стоит так же, как и 95-й бензин. Bei uns zwischen 1,499 und 1,551. Ага, в Австрии дешевле где-то, примерно на 20 центов. Вот так. Смотрите, какие здесь переулочки на берегу реки и дома. Будет у нас время, мы еще с Францем немножко пройдемся по старому городу. Вот Франц, как всегда, меня перебил. Так, этот памятник
жертвам националистов. Ja, ziemlich witzig, weil Passau war eigentlich eine ziemliche Nazi-Hochburg. Ich meine, nicht damals, sondern später auch noch. Ne? Wirklich? Da haben sie ja jedes Jahr dort in der, wie heißt die Nibelungenhalle, die haben sie schon weggerissen. De? Irgend so eine Veranstaltung gehabt, die ganzen Neo-Nazis. Ja. Aber Franz говорит, что Passau был вообще-то центром нациков. Здесь было какое-то место, где эти Нибелунги. Да, место. Они его снесли. Вот. Но я думаю, что все равно здесь очень много нациков. Я думаю, что это неистребимо. Вот, друзья, посмотрите, какая красота. Вот там вдалеке этот монастырь Мария в помощь. Мы туда идем. Прям дух захватывает. Откровенно говоря, вот не знаю, почему мне Германия больше нравится, чем Австрия. И людей я лучше понимаю. И немецкий у них такой deutlich, да? Was? Но Deutsche Sprache in Deutschland bisschen deutlich als in Österreich. Австрийцы нушелт. Ich glaube, in Bayern, das ist nicht so unterschiedlich zu Österreich, wie sie hier reden. Aber не, австрийцы больше разговаривают на диалекте. У них такой язык, и сами они смесь бульдога с носорогом. Так что вот Германия, она, мне кажется, какая-то такая попроще и, ну, не знаю, вот это мое мнение. Das haben sie gesagt, ne? Das Wasser von der Ilz, das ist ganz dunkel. Und siehst du, wie das da reinfließt. Ne? Ага. Вот Франц говорит, если видно вот отсюда, то вот как темная такая вот полоса, это Ильц. Вот они встречаются здесь вот посветлее Ин, потом вот эта полоса Ильц, и оттуда с той стороны Дуная. Дунай ist auch da vorne. Да-да. Und ich glaube, das sieht man dann von oben besser. Да, вот Франц говорит, может, наверху лучше будет видно. А, тоже очень интересное здание 1906 года. Прям какой-то такой маленький дворец в миниатюре. Друзья, мы прошли эту всю дорогу паломников. Есть, правда, ступени, а мы вот по тропе шли. И вот клостер Мария Хильф. Это вот монастырь Мария Поможет. Марии Хильфберг, улица, дом 3. Ну, если кто-то, кому-то захочется приехать сюда. Да, вот здесь кладбище монахов, я так поняла. Брудер Клеопас, 20 января 52 года. И вот так выглядит церквушка, я не знаю, посмотрим, можно зайти туда или нет. А вот посмотрите, солнечные часы. Ага. В 1762 году здесь молились в этой церкви, а Моцарт вместе со своей старшей сестрой Мария Анна, которую называли Нанерл, и со своим отцом Леопольдом и Анна Мария. А Анна Мария... А, это мать, да, со своими родителями. Так, посмотреть по эту икону. Судя по всему... Да? А. Да, вот это паломническая дорога. 361 ступень. Das ist wunderschön. Ich öffne die Pforte. Da.
здесь, друзья, можно написать свои желания. А здесь можно индивидуально написать какие-нибудь пожелания родным, близким или, в общем-то, знакомым. Маленькая такая церковь, но очень-очень приятная. Вот, а здесь можно купить вот такие вот свечки за 8 евро. Друзья, а здесь можно посидеть и полюбоваться место, где встречаются три реки. Ин, Ильц и Дунай. А это вот сверху вид на церковь святого Штефана. В этой церкви находится самый большой орган во всем мире. Вот я как Францика, осторожно, 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 не упади, дорогой мой. Я инвалид. Представляете, снег, скользко. Вот эта дорога паломническая. Вот, друзья, мы там наверху были, а теперь мы идем в старый город. Смотрите, какие улочки, а? Да, какая-то дверь для этих... Хоббитс. Да, хоббитс. Для пигмеев. Да, вот Франц говорит, как в 7-м церкви в Вене. Такая улочка. Сейчас мы с Францем перекусим. Возьмем кофе и возьмем булочку. Ну вот, такие у нас булочки с колбаской. Сейчас еще Франц кофейку возьмет на перекус. И будет супер. Мы с Францем перед отъездом зайдем в магазин Netto. А это такой небольшой магазинчик около вокзала Пасау. Посмотрим хлебушек. Да, различные тут булочки, конечно, подешевле, чем в Австрии. Ну так. Да. Wichtigste. Хлеб какой. Бауэрн. И покушать. Так, а это что такое у нас? Так, а это какие-то... А, нусшнекен. Это ореховые. Ореховые треугольнички. Ой, вот это я не видела. Какие-то такие... Это вафли. Вафли. Такое одеяло летнее. Еще какой-то вид покрывается. Так, йогурты. Дорогой, такой же, как и в Вене. Ну, а я масло сливочное. Так же, как и у нас. Такой же. Рыба. 200 грамм. Точно так же. 4,99 и в Вене также. В общем, цены на продукты здесь подорожали, взлетели, как и в Австрии. Ага, знаете, что я увидела? Сало. Иринерсту? Yep. Возьмем сало на всякий случай. Да. А вот еще
такое. Нет, возьмем этот кусок. Народ смотрит, что подешевле, что со скидками. В общем, все то же самое, что и в Австрии. Домой едем вот в такой каморке первого класса. Франц открыл мне дверь, и вот так вот выглядит место, где едет машинист. Вот так. Супа. 2 часа с небольшим, и мы с Францем будем дома. Надеюсь, с нами вам было интересно. И до следующих встреч в эфире. Пока. Пока.